на стенде B1 у вас представлена продукция компании «Неотверчен». На нашем стенде. Сегодня Вячеслав Михайлович представляет свою коллекцию постельного белья, которую он разработал специально для нашей компании. Мы очень благодарны Вячеславу Михайловичу, потому что, конечно, его талант настолько многогранен и великолепен, что действительно наша продукция теперь пользуется просто небывалым спросом. Все получилось настолько изысканно и прекрасно, что мы просто в восторге от этого сотрудничества. Представленные на стенде, и заинтересовало, а готовится ли к выпуску другие текстильные изделия для дома? Скоро, сейчас новые темы, совершенно потрясающие касательные.
Будем ждать с нетерпением. Который сейчас как раз разработан и скоро появится в наших магазинах. Это третья коллекция, которая называется «Страсть». А выполнена она будет из тех же красок? Да. Если те коллекции более цветочные, то эти такие очень стильные, мужские, очень красивые по колору. Да, внимательно понравится. Владислав Михайлович, подскажите, пожалуйста, в создании коллекции принимала участие ваша внучка, может быть, Марина? Нет, к сожалению, нет. Я сижу, начали работать сам. Может быть, вы планируете в дальнейшем? А почему нет? Я думаю, что сейчас стоит. Конечно. Детскую коллекцию сделаем обязательно. Юную. Подростковую мальчику, да. Для подростковую, да, обязательно. У меня и детская, я хочу видеть детская для детей. Потом подростковую, естественно. Мороз это причем. Конечно. Где можно увидеть показ ваш именно моделей? 2 марта в России юбилейный показ, 75 лет, будет огромный шоу действий, фантастика будет. Очень интересно, у вас всегда очень разные коллекции, так приятно наблюдать за вашим творчеством. Спасибо большое. Мне нравится ваше творчество, что вас так вдохновляет создавать такие прекрасные коллекции, потому что у вас очень разностороннее творчество. Я работаю, как это обычно всегда работаю с моделями, да? Я же увлекся компьютером. Да, вот замечательно, да. Фото живут. Да. И я увлекся этим, сейчас пошел работать с Ардан. Я вернулся к себе, когда еще 16 лет я работал, учился в техниках по тканям. Сейчас вернулся к себе к молодости своей. Знаете, поэтому сейчас представляющие красоты вещи получаются. Цвет, чувство цвета огромный, у меня опыт огромный, поэтому, естественно, получаются удивительные вещи. Это только начало, большого серьезного пути. Спасибо. Вячеслав Михайлович, скажите, пожалуйста, вот сейчас представлены только комплекты постельного белья. Планируется расширять ассортимент? Полотенце, покрывало. Полотенце, покрывало. Будет очень большие пледы. Да, пледы будут очень. Будет красиво вообще. Вот самое ближайшее, это будет полотенце. Очень красивое, с трансферным бордюром, с принтами, которые будут взяты из коллекции предыдущих, которые Вячеслав Михайлович разработал. Потрясающая. Одна лучше другой. И третья, конечно, новая. Она вообще очень оригинальная. Действительно страстная коллекция. Превосходная коллекция. Успехов. Я от лица дирекции ярмарки хочу сказать, что мы просто счастливы, что наконец-то мы можем наслаждаться вашими произведениями искусства, действительно, не только в виде предметов одежды и гардероба, но еще и для дома. Спасибо вам большое. Шикарная просто коллекция. Спасибо большое, нам очень сильно нравится. Обязательно себе приобретем домой. Прекрасная коллекция, совершенно изумительная для подарка. Вот в частности, сейчас 8 марта, 27 февраля. Прекрасно, прекрасно, очень довольна. Мне очень нравится ваша коллекция. Спасибо вам большое за творчество. Мы с нетерпением ждем новый. Надеемся, что вы будете нас дальше радовать. И не только постельным бельем. Очень изысканно, все прекрасно. Коллекция очень стильная. Этого так мало сейчас у нас на рынке. Спасибо. Это новинка, и она действительно восхищает. Я солидарна с девушкой. Нам тоже очень нравится коллекция от Вячеслава. Все как бы прекрасно. Спасибо. Все у вас в ваших новых коллекциях с нетерпением. Благодарим всех участников этого проекта и посетителей нашего стенда.